Приветики всем, друзья, с вами Тиранит и Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт майнинг, и остановились мы на том, что мы нашли, где упал метеорит, и сейчас будем спускаться ниже. Блин, я забыл себе броню сделать метеорит, ну ладно, в принципе, потом уже сейчас сделаю. Пофиг, давай. Что тут, какой-то спуск такой огромный, видите, друзья? Так, опа. Тут есть уже один проход, но давай туда пока что-нибудь. Да, там стоишь один проход. Давай. Да. Ой, тут ловушки могут быть. Тут реально ловушки. Воу. Вон, видишь, ты стал на этот, на плиту. Ага. Стоп. У тебя есть какой-то блок? У тебя блок есть какой-то? Золото. Давай, пофиг, ставь золото. Так, сейчас. Ловушки, аккуратнее. Вот в этом подземелье оно. О, у меня уже начинает нравиться. Тут уже ловушки есть. Стой, подожди. Да подожди, отойди назад. Назад отойди. Все, отошел. А, там плита. Ага, сломай. Вот чем прикол, просто надо было... Блин, тут аккуратнее надо, смотри, ты аккуратнее ходи, потому что тут может быть еще плиты. Скелетон. Я скелетон. О, фига себе он одетый. Идите сюда, скелетончики. Да что они все зелья хлебчут-то? Нормально, так интересней. Ну, в принципе, да. Так, тут что-то есть. Нет. Ничего. Ну, я так знаю, что этот данж просто нереально долгий. Этот? Да. Ну там в конце. Уверен? Да. Ну, значит, классно. Ну, там в конце есть какой-то. Ой, тут какой-то провал, тут надо по-любому блок переставить. Тут объединяется, видишь, два эти. Это просто. Нет, видишь, они тут пересеклись, просто эти два данжа, нам надо туда. Вот туда. Вот туда нам надо. Да, вот давай. Копай. Так, что портал. Тут у нас? О! Ты реально портал в этот край? Ага. А, нет, подожди, какой? Тут не хватает этих. Ну да, это как бы можно сделать. А эти штуки можно сделать разве? Не знаю. Кстати, мы еще ни одного эндермена не видели, что самое интересное. Да, реально. И как мы возьмем эти жемчужины, так что я не знаю. Может, их можно выбить, эти жемчужины? Не знаю. О, сок душ. Как я тебя люблю. А, для тебя же темно, да, здесь, наверное? Угу. А у тебя нет? Бабльган я взял. Тебе надо бабльган? Бабльган нет. Да хара его хилить. Да блин, хилер, иди сюда. Ух, это песок душ, как я его люблю. Спамеры. А там, по-моему, что-то понял. А, нет, под этим нету. А под тем, которым я убил, там был сундучок. Так, тут с щитами. Щиты. Так, давай. Тут дальше продолжение из данжа интересненькое. Так, давай. Оп, убили. Так, дальше. Разбить. Так, сейчас похаваю чуть-чуть. А давай выпрыгивай с этого болота, блин. Все, я здесь. Все, куда? Сюда. Уверен, что сюда? Да. Ну, больше тут проходов нет. Аккуратно, то смотри, там пластинами не нажимаешь. Не... Сколько их тут? О, тут чувак просто на пауке был. Я его быстро с него снял. Так, сюда надо было. Ты где? Так, тут. Побежали. Так, еды, походу, уже вообще нифига нету. Так, а наверху что-то интересное есть. Я могу дать еды, если надо. Ну давай, еще чуть-чуть есть. Ну наверху тут один сундук и, в принципе, толком нифига тут нету. А, железо надо позабирать. Оп. О, и красная пыль, кстати. Давай вниз. Да, я, в принципе, могу сейчас. А, ты сделал уже этот метеорит? Да, я уже сделал. Значит, я не буду тратить свои метеориты на это. Опа, иди сюда, парень. Вот это мы вышли из-за угла. Не ожидал такого, да? Так, естественно, дальше. О! Ёкерный бабай! Ты мать, не блин, ты. Хотел телепортироваться. А что, я телепортируюсь теперь в лаву, что ли? Походу. Так, ладно, я сейчас подготовлюсь к этому. Тем более, у меня сейчас еще лагает, естественно, после того, как я появляюсь, хрен знает где. Ты мне... Да. Друзья, знаете, почему меня лагает? Потому что тут мы играем на его компьютере, и сервер распознает только, если мы рядом с ним. И если мы друг друга далеко, то нас начинает лагать. Вот почему, да. Друзья. Фигел знает почему. Да. Ладно, давай убиваем. Мы, кстати, выиграли бы на сборке Hexit, но нас очень сильно там лагало. Да, нереально просто. Да, и выбивало еще, так что, друзья, извиняйте. А может... Есть какая-то нычка? Вот что я, в принципе, думаю. Ты не имеешь какое-то желание в другие игры поиграть? Не знаю, посмотрю. Вот даже ты был наверху там? А,
где? О, тут два скелетика. Такие скучают. Стой! Стой, скелетик! На-на-на-на-на-на! Ой, куда ты? Да стой! Ну зачем ты упал-то, а? Мне тут ничего нету. Все, ты дальше побежал? Не, я сзади. О! А кто-то что-то куда-то ломится. Ага. Ух, сколько тут дверей этих. Ву-ву-ву, побежали. Зомби-зомби. Тут, по-моему, кто-то из них босс. Да-д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 а. Они меня даггер выбили. Я думаю, где мой даггер? Это босс, наверное, он умудряется убивать, наверное. Ага. Да, вот я нашел босса. А, иди сюда, зараза. Так вот, на, я ломаю, я все сломал. Бей босса, бей босса. Да, дайте мне мой меч. Вот опять я сейчас куда-то. Вот он. А, нет, вот он. Так, что тут куда? Нифига. Это, сапка. Шапка? Сапка. Какая? Нафиг это сапка надо. Тебе еда надо? Да пока что нет. А вот сейчас куда бежать? Ну подожди, а что там? Сюда, там дверь походу. Никуда, да? Да. А! Нормально. Я... О, что-то бомбануло! Хрен я знаю. Я горю. Все, я потух. Все, нормально. Так, отлично. Потушили. Тут. Опа! Тут дверь какая-то интересная. Но надо сейчас ту в дверь пойти, в другую. Ага. Ну да, такой здоровый, кстати, этот данж, реально. Да. Хоть боссы здесь есть, в отличие от того, помнишь, которого мы тогда были внизу? Mm. Стоп, о, я ловушки! Какие ловушки? Обычные. Ловушки, какие ловушки, я ничего не знаю. Так, все. Ну я дальше побежал. Ну все, к я пришел. Я так яблочко прикушу. Скелетоны. Охренеть, нет, назад. Ай-яй! Опа. Давай, прорывайся! Бей. Друзья, какой у вас самый любимый моб в Майнкрафте? Пожалуйста, пишите свои комментарии под видео, меня сейчас убьют, наверное, опять. Нет, слава богу. У нас Гитлер, да, любимый? Или Нига? Не, мне больше нравится этот Гитлер. Ну, этот. Ну, этот как вампир, да. Он такой уматовый. Не знаю. У него такие усики, и он ходит зиги кидает. Так, тут. Нифига. А какой у вас? Пишите в комментариях, мы обязательно прочитаем и узнаем. Да. Так что, друзья, пишите. Так, тут ничего интересного, тут тоже ничего интересного. Мне интересно, зачем здесь кровати, если эти мобы вообще не спят? Опа, тут какой-то. Ух, нихрена себе бомбануло. О, тут наверх! Тут что-то интересное. Чего это вы тут делаете, а? Ждали меня, да? Ждали? Ну, придурки. У кого-то там пукан какой-то огнедышащий. А, о, трепехается. А, это, кстати, вот то место, которое мы тогда видели с тобой. Да идите вы. Так. Тут какая-то такая странная комната. Тут даже это, картина иссушителя была. Нифига себе, ты уже пробежал. О, я нашел жемчуг Эндера. О, отлично. Да я не пробежал, я наверх тут зашел, но в комнату. Да? Да. Там в одной из комнат был этот лесенка наверх. Это не побежал дальше. Я тут женщину хэнд. Да, господи, мне столько всякого барахла, это просто невероятно. Да. Так, смотри, неаккуратно, не забирай его только. Гарпун, нафиг мне тут гарпун. Да харе уже спавнится. Это все повыкидывать надо, этот, блин, посох. Не знаю, зачем этот мне посох. Сейчас я тоже. Вот, сундук эндера. Да. Жемчуг эндера я взял на всякий пожарный. Угу. Так, а подожди, ну посмотри, что из него можно сделать. Ууу, свиток побега можно из него сделать. Что это за свиток побега, интересно только. О, не знаю, надо будет сделать потом посмотреть, что он такой. Че, идем? Пошли. Так, я полечусь. Так, и подожди, где мой батон? Я еще перекушу батончик. Да, еда тут просто. Капут, захарело уже вот это. Да. Еда тут тратится. Я сейчас чувствую жирным, который просто жаждет все время жрать, еще раз жрать. Опять ничего интересного. Да. Давай вниз опять. Я хочу уже босса увидеть, мне интересно, что там за босс будет в конце. Да, вроде не очень какой-то сильный, но в принципе босс. Какой-то некроманс вроде, как я помню. Ну, посмотрим. Ты играл этот мод, что ли, не понять? Не. Ну я знаю, что там есть какой-то босс. Тут наверх? Угу. А, да тут наверху ничего интересного, в принципе, там можно было и через низ пробежать спокойно. Так, да умрите, че вы такие нездыхающие скелеты? В принципе, да, мы ж в логовые у скелетов. Там же будет флага скелета, я помню. Сейчас вот сюда.
Да. Ну да, естественно. Не, ну, кстати, такое довольно-таки здоровое позиция. Да. Она мне нравится. Тут все так интересно сделано, все это лечится. Мне вообще нравится, когда вот эти мобы лечатся. Ну да, более как-то... Интерактивный такой дополнительный. О, тут у них спаунер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня зажали просто в кодло. Вот тут по спаунерам. Ладно, потом посмотрю, что там такое. Надо сначала поубивать их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, полтора сердечка. Боже мой, боже мой, боже мой. Я торгую лицом, ай-яй-яй-яй-яй. Давай торгую лицом. Все, отлично, отлично. Так. И что тут под спаунером? Вообще ничего интересного. Что это за хрень? Это что-то... Лава. Лава? Я думал, кровь какая-то. Не-не-не, это лава, лучше не трогать. Что она на нас упадет? Сейчас, я покушаю. Давай, кушай. Что, тут ничего нету? А тут вода под нами уже. Ой, над нами. Опа-опа-опа, что-то мне не нравится это все. Давай, варим. И, блин, я не знаю, мне страшно, чем дальше я иду, тем больше у меня сжимается мое пятое место. Потому что меня все больше и больше пугает то, что там будет нас ждать впереди. Серьезно. У, опять песок душ. Еще бы знать бы, как вот эту фигню сверху убрать. Это было вообще. Да кто тут? О, на меня слепоток кто-то наложил. А на тебя тоже слепоток наложили? Не. Все. Что тут вообще происходит? О, еще один посох, посох, посох. Да этих посохов уж, как я не знаю. Фу, а вот сейчас мне нужна еда, как я понял. Тебе есть что-то? Да. Пару печенек осталось. Да. О, отлично. О, не, я просто, есть. Я просто не знаю, этот как его, барыга еды. Ух, да кто там бомбит? Кто-то взорвался. Сколько? Кто-то взорвался, я только не понял кто. О, я вижу этого некроманта уже. Да? Да, 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 там такой скелетик с посохом. Может нам дадут его посох? Дай. Блин, что там дали его посох? Кто-то умер, да? Да, я. А-ла-ла. А-за-за. Так, бежим. Это куда сейчас? Вон направо. Они там все. Они там все, давай! Убей их! Потом да, сейчас... это походило. Я почти этого убил. Блин, у него столько хп. А, тут еще надо этих сначала бы убивать. А он стреляет, да, походу? О, меня убили просто. Давай, я жду, когда тебя убьют. Нет, я валю отсюда. Все, свалил. Опа. ТПХ тебе. Да, давай, ТПХ мне. Ну, меня надо подождать, чтобы меня там отлагало. Да, да, да. Да мне, блин, штаны бы надо было одеть с этими. О, меня до сих пор лагает. Лаги, 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 лаги. Знаешь, что давай сделаем? Давай пока нажмем на паузу, чтобы меня отлагало, потом мы продолжим. Угу. Все, друзья, у меня отлагало, наконец-то мы продолжаем спокойно играть. Ну как спокойно, у нас тут просто бомбежка идет нереальная. Кстати, я хочу попробовать на них одну штучку. Вот такую вот штучку. О! Нормально эту штучку попробовал. Да. Я там задеваю, что ли? А, меня вроде нет. Ну-ка, стой. Я хочу еще... Да хрэ поджигать уже. На! Че, они бомбит от этого? Что там, тебе сложно? Да столько их. Опять. Метеорит стой. Упал, да? Метеорит, да. То метеорит упал. Да, да, ну, да. Ну, рядом где-то упал. Выберемся наружу. Так, ну походу мы от элиты от этого некроманта избавились. Теперь нам нужно предстоит главный бой. Да кто меня бьет? Некромантом. Не знаю, может ты был поддержанный. Все, идем. Сейчас. Не, идем наверх, наверх, наверх. Забегай сразу и наверх. Оп, 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 оп. О, боже мой, там что-то стреляет таким страшным. Ага. Боже мой, боже мой. Ну что, пошли? Вызвал голову скелета. Давай. Погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а если я тебе вот так вот посох. А, не действует, да? Не действует этот посох здесь, под земли. Давай, бей! Да и в принципе у него там жизни так уже и много этого некроманта, так что, в принципе, вообще тут какой-то клевый. Да. Ух ты, что с него выпал. Че там? Балахон мага выпал. Как он прикольно выглядит. А че он дает? Проклятый, я не знаю, что. А он ничего не дает. О, сокровищница? Или че это? А он вообще какой-то никакой этот. Он так мало брони дает, и что-то. О, это еще что такое? Смотри, какая это кость. О, я могу скелетов призывать, прикинь. Охренеть. И они за тебя будут, да? Да. О, я патрон нашел, я патроны нашел. Очень я могу отдать этот балахон, мне не надо. Да нет. Ты че, мышь? Патроны нашел? Наконец-то ты патроны нашел. Ууу, тут всякого. Золотое перо. Не знаю, зачем оно надо. Бери, 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 бери. Потом разберемся. Так.
Тут тоже всякая фигнюшка. Это твой скелет, я уже. Да, это мой скелет. Напугался. Не трогай моего скелета, он добрый. Ух ты! Сейчас. Понаходил тут что-то. Так, а тут что? Тут уже тут кто-то обыскался. Пом-пом-пом-пом. Па-па-па-пом. Что-то такое. Ух ты! Баба. Смотри, что я нашел. Сейчас, секунду. Че это такое? Какие-то сюда, иди сюда. Че, где? Перчатки какие-то нашел, только не знаю, что это. Они не одеваются? А я не знаю, куда их одевать и. А, ну вот она на броню одевается. Да? Да. Вот видишь, как они меня смотрятся? Угу. Не знаю. И смотри, что я еще нашел. О, его этот? Да. Прикольно. А ну, по моему скелету. Сейчас я его вызову. А он бесконечный. Офигеть. Ну, стрельни по скелету. Ну. Ну, так. А, это вроде та фишка. А, нет. Это как которая или высасывает жизнь, или хилит, не знаю. Ну вот тебя там, да, сидят, сидящие летят, да. А пули летят, пули. 10 жемчужин уже есть, Эндера. Не знаю, может перед этими перчатками побегать. А, они еще 6 урон дают. Нифига себе. Как интересно. Но брони они как-то не очень дают. Не знаю. Я со своей брони лучше похожу. Что, все, мы прошли? Угу, там еще что-то есть, но это походу. Ну, это там, где мы были, походу. Да-да, это мы тут пробегали. Да. Можно было просто вот эту стену прокопать. Кстати, что-то по времени. По времени у нас еще есть 4 минуты. 4 минуты? Да, ну давай, в принципе, серию закончим на этом уже. Да, в принципе, можно. Да, и в следующей серии мы уже с вами увидимся, друзья. Так что подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии обязательно. Мы все читаем, друзья. Тем более я вас попросил написать, какой у вас самый любимый моб. У нас Гитлер. Так что моб. Не подумайте, что у нас Гитлер любимый. Моб у нас любимый. Так что обязательно пишите в комментариях, мы это все обязательно почитаем. Также не забывайте ставить лайки, друзья, если вам понравилась серия, то как мы расправились с этим некромантом, который просто держал всех в страхе. Ну, я так полагаю, он в страхе все держал, наверное. Ну, меня не держал, хотя у меня кое-что сжималось. Ну ладно. Так, друзья, и на этом все. Всем всего. До новых встреч. Всем пока. Да, друзья. Пока-пока.